На теплых озерах в Иркутске провели сканирование дна. Специалисты пришли к выводу, что купание в этих местах опасно. Отмель сменяется резкими обрывами. Кроме того, там огромное количество водорослей. Эти условия могут привести к возникновению критического состояния и угрозе жизни. Напомню, в конце июня на теплых озерах утонул 13-летний мальчик. После трагического случая там выставили пост спасательной службы.